вникать в состав, вот просто вам это и не нужно. Потому что представьте, ну в составе там есть шпинат, есть брокколи, там в составе есть клубника, черника, есть яблоко, есть разные продукты, которые дают энергию. Ацерола, да, байкальская лиственница. Вам достаточно, конечно, можно для себя изучить лекцию, но вам в целом даже не нужно знать состав. Потому что состав уже узаконен, он уже доказан, что он работает. Этот продукт, он восполняет все макро-микроэлементы, все витамины, которые вам нужны клетке. Клетка получает все, что ей необходимо. И организм очень умный, он начинает правильно работать, он начинает быть благодарным. Вот каждый день человек не доедает на самом деле. Что такое не доедает? Если вы посмотрите на свой завтрак, на обед, на ужин, вы заметите, что каждая семья любит что-то есть одно. Например, вы не нутрициологи, вы не нутрициологи, вы не диетологи, да, вы обычные люди. Что вы кушаете, обычные люди? Утром это бутерброды, в обед это обычный обед, там кто-то суп ест, да, кто-то рыбу, кто-то мясо, да. Вечером это может быть картошка, пюре или гречка. Вот весь ваш рацион. А кто-то вообще пьет чай с молоком целый день и хлеб ест, и печеньками заедает. Кто-то беляши кушает целыми днями. И все, и никакого нету богатого питания. Откуда клетка будет получать питание? Конечно, отсюда все и заболевают. А те люди, которые живут в Якутии, там, в разных странах, где вообще не растет арбуз или манго, понимаете, там холодно очень, минус 60, или привозят их с Австралии, там, с Америки откуда-то, там, с Дубая в эти страны, пока довезут, ну то есть это тоже не то. А эти продукты, они обработаны, вы видели наш завод, насколько он чистый, насколько там все проверяется, все ингредиенты. И получается, человек, когда начинает потреблять данные продукты, он наполняется всем необходимым. Это очень удобно, и я согласна со многими людьми, вот кто особенно находится в тяжелом состоянии, кто уже не может кушать, да, например, это онкологические больные после химиотерапии, у них тяжелые осложнения идут, тошнота, рвота, выпадают волосы. Это незаменимый продукт, когда просто человеку невозможно даже кушать. И это реально спасает людям жизнь, потому что клетка полностью наполняется всем необходимым.